Някога, когато белогвардейците така са нахлули в България. Да, и когда в 24 году, в 1924 году Белая армия потерпела уже полное поражение. Когато Бялата армия там в Русия претърпя крах, много белогвардейците дойдоха в Варшава. Да, и много, кто-то осел в Харбине, кто-то в Турции, кто-то в Европе, ну, по целой Европе. Да, общо взето по цяла Европа, в Турция, България. Пусть эта песня послужит нам здесь, в этой стране, как предупреждение к тому, чтобы нам бодрствовать. Что имеем ли нужду от превод? А, нет, вечно нет. А молитва? Молитва? Да, и мы потом помолимся после песни, я тогда опять попрошу переводить. Не пишите мне писем. Не ми пишете писем. А, не, Нелли. Не привежды. Не, привод след песента. Давай. Что-то. Тогда выйти, треба да пеешь. Ами ще запее. След това ще приведем. Малко по-късно, да. Ако искаш, можеш да седнеш така. Что-то все пока. Не пишите мне писем, дорогая графиня, для сурового часа письма слишком нежны. Я и так сберегу ваше светлое имя, как ромашку от пули на поле войны. Я и так сберегу ваше светлое имя, как ромашку от пули на поле войны. Пусть безумной России не найти мне приюта, и в крови захлебнулись луга и поля. Но осталась минута, нашей боли минута, что проститься с отчизной с борта корабля. Но осталась минута, нашей боли минута, что проститься с отчизной с борта корабля. Не хочу пропадать я в Истамбуле турецком, без любви и без славы, орденов и погон. А графиня, поверьте, изболевшему сердцу, я ведь вас и в Россию был так страстно влюблен. А графиня, поверьте, изболевшему сердцу, я ведь вас и в Россию был так страстно влюблен. Не пишите, графиня, нет живых адресатов. Упустили Россию, как сквозь пальцы песок. Видно, мало молились, мало Богу молились. Мы оставили Бога, и оставил нас Бог. Видно, мало молились, мало Богу молились. Мы оставили Бога, и оставил нас Бог.